Конечно, да, после такой группы, которая была перед нами, сложно, да, выдержать еще один накал. Спасибо. Будем стараться. Thank you.
все нормально. Thank you.
Show me what you can do.
У нас, к сожалению, сказали регламент, вроде бы больше нет времени, или есть? Есть. Можно? Ну тогда на последующий. Можешь! Король! Дорог! Которые вот как вы топчут эту сцену, скажите, пожалуйста, как вам работается в мужском коллективе? Работается. Я не спрашиваю, как живется. Прекрасно. А они вас не прессингуют, нет? Ну, как тебе сказать? Откровенно, честно, выкладывая все карты на стол.
вы же как мазь, да, у вас, вы знаете, вот такое выступление, у вас так прям все в масти. Тройка, семерка, туз, кто у вас там еще есть? Вот и не угадала. Ах ты, ну рассказывай тогда. Масть — это принадлежность породы, просто. Породы, супер. Какая у вас порода? Молодец! Именно этот ответ и должен был звучать. Аплодисменты. Алена, скажите, пожалуйста, вы здесь, в Днепре, часто бываете? Выступать, в смысле, или вообще в гостях? Выступать. Вообще сегодня первый раз. О, дебют, друзья, аплодисменты! Молодцы! Сразу вопрос, как понравилось? Понравилось, но тяжело. После тех ребят, которые были перед нами, это просто, ну, невероятно. У них слишком много энергии, мне не хватает. Нет, у вас все было очень хорошо. Во-первых, у вас очень великолепный голос. Это было слышно. Я даже выходила туда на ступеньки, ребята стояли, обсуждали, говорят, нет, ну, девочка поет хорошо. То есть я буду за девочку голосовать, а ты за мальчика голос. Вот так. Я, да, слышала, да? Это та, которая мне говорила, как ты будешь подключить микрофон, да? Я сама себя не слышу. Получилось хорошо, да, получилось хорошо. Я вас поздравляю. Скажите, пожалуйста, у нас можно рекламироваться. Где вас читать, где писать, где смотреть на вас, где вы размещаетесь, в каких сетях? В принципе, во всех. У нас Facebook, Instagram, YouTube. Есть все, да. Есть все. Группа Масть. Ищите, смотрите.